Матч за третье место золотого плей-офф третьего кубка Спартек по мини-футболу среди корпоративных команд. Встречаются Интеррао и Мосэнергосбыт. Интеррао терпел поражение от Россети в полуфинале в серии пенальти драматичнейшей, которая закончилась со счетом 5-6. А Мосэнергосбыт получил 3 мяча от Газпромного холдинга и своими забитыми мячами ответить не смог. Интеррао, конечно, крайне разочарована таким стечением обстоятельств, собственным поражением. Рассчитывали они, безусловно, только на финал. Мосэнергосбыт-то тоже стремился не в матч за третье место. Но для Интеррао все сложилось, конечно, печально. Вышли из группы с первого места и с Россетями провели хороший поединок. Но потом пенальти, попадание в штангу. И вот придется только бронзой довольствоваться. И то, если одержит победу. Штрафной Интеррао. Очень четко 1-0. Блестящий штрафной. Его? Да не, он скорее хворит. Да? И стремительный ответ Мосэнергосбыта. Капитанские голы открыли матч за бронзу. 1-1. И свежая четверка выходит у Интеррао. Но мы уже к этому привыкли. Быстрая атака Мосэнергосбыт. Сам бьет 9-й номер. Номер на майке обязывает брать вот так инициативу на себя. Потом защитник нападает. Вратарь защитник. Интеррао. Вся четверка уже подошла к штрафной. Все здорово делал третий номер, развернулся на мяч, с одной ноги на другую переложил и пробил. Денис, шире! Да, заслон для чужа. Заслон идет! Угловой Интеррао. Со штрафного они забили, теперь осталось с углового. Чистый отбор. Аккуратно в мяч было сыграно. Мосэнергосбыт. Все атаки проводят через капитана своего. В позиционной борьбе здесь оказывается Интеррао сильнее.
Процент владения мячом у Интера намного выше, ну и в принципе в атаках они интереснее выглядят. Такая игра устраивает тренера Интера. Храняет он спокойствие и даже никакие советы по ходу встречи не дает. Просто подсказывает, кому нужно меняться. Давно мы не видели, как Мосэнергосбыт начинает свою атаку. Начинает ударом от ворот. Вернули мяч голкиперу, мяч в центр пересек, поэтому можно было так поступить. Удар от ворот. Правильнее говорить, наверное, бросок от ворот. Мини-футболь не бьют, а бросают. А вот здесь удар по воротам был. Угловой у Интеррао неплохо. Сегодня идут стандарты. Полторы минуты до перерыва. 1-1 по-прежнему. Падение в штрафной всегда вызывает споры, но здесь арбитр в непосредственной близости находился к месту развития событий. Все видел. Сыграно чисто было. Заканчивается первая 10-минутка. Забитые мячи мы увидели. Ну что, может быть, увидим лидера по итогам первого тайма? Нет, пока. Вопрос лидерства остается открытым.
10 минут еще предстоит интервалу, и Мосэнергосбыт будет выяснять, кто из них сильнее. По итогам первых 10 минут у нас счет был зафиксирован 1-1. Отличились капитаны двух команд. Интеррау забил после штрафного. Мосэнергосбыт ответил быстрой контратакой. Надо подниматься. Аут Интеррао. Их преимущество по владению мячом мы уже много раз отмечали. По сигналу вводить мяч нужно. Двинута область. Ну, не стенка, а игроки на положенные 5 метров. В районе 10-метровой отметки на поле продолжает оставаться то ли кусок щитка, то ли еще что-то. Все, теперь поле приведено в порядок. Можно смело продолжать. Никто не споткнется, не поскользнется. И снова смена состава Интеррау. Главой Мосэнергосбыт. Контроль мяча от Интеррау. Матч получается, ну, не такой эмоциональный, как две предыдущие встречи. Но, может быть, концовка будет ударной. Пока же Месс берет тайм-аут. Что очень круто. Не Москва, да? Чуть-чуть. Да.
Встреча продолжилась, Мэс брал тайм-аут и, видимо, скоро готовится выпустить полевого игрока вместо вратаря. В счете 1-1, может быть, и не стоит так рисковать. Лучше дождаться, может, серии пенальти. Интер Рао пока тайм-аут не брал. Наргас будет не стремиться к комбинациям против чужим воротам. Правило кто-то один будет пытаться пройти за счет дриблинга, а вся остальная троица страхует. Остается где-то в районе центра. Вот Интер Рао напротив. Минимум индивидуальных действий. Все атаки командные. Свистел мяч рядом с крестовиной. Очень опасно было. На выходе великолепно. Новый Интер Рао и просит команду тайм-аут. Стоп,
Так, смотрим угловой, выпускает Интер Рао, пятого полевого игрока, вместо вратаря. Ну, Интер Рао обожглись о серию пенальти и не хотят второй раз повторять неудачи. Так что все будут решать в основное время. Продолжает без вратаря играть Интер Рао. Пытается всеми способами забить за оставшуюся минуту 10. И потеряли мяч игроки Интер Рао. Там не было даже касания. Секунд остается у Интер Рао. Ну, сейчас мост Энергосбыт в выигрышном положении находится. И соперник рискует. Странно, почему сейчас не возвращает Интер Рао основного вратаря. Удар с лету очень неточный. Возможно, последняя атака в матче. Ударом атака заканчивается. Удар! Удар неточно, и сразу после ввода мяча в игру прозвучит финальный свисток, и мы будем смотреть серию пенальти. Давайте,
Начинается серия пенальти. Первый удар. И вратарь Мазэнергосбыта тащит. Олег. Сбыто штанга, 0-0 остается счет. Второй пенальти и снова вратарь отбивает. Ну что, неужели из серии пенальти мы не увидим забитых мячей? А вот Мосэнергосбыт точен. Сейчас третий решающий удар. Вратарь снова был очень близок к тому, чтобы отбить. Алло! Алло! Видите, Серёга, хватит смотреть! Следующий бьёт! И решающий пенальти. Всё! Мосэнергосбыт вырывает бронзовые медали. И мы теперь ждём только финального матча. Listening? Damn.